Севастопольцы могут подписать письмо в защиту Матросского бульвара. С такой инициативой к горожанам обратился новостной портал «Форпост» после того, как правительство Севастополя в одностороннем порядке решило разорвать договор с благотворительным фондом 35-й береговая батарея, который за внебюджетные средства ведет реконструкцию первого бульвара города. 26 ноября чиновники отозвали выданный фонду ордер на земляные работы. В редакцию севастопольского новостного портала «Форпост» обратились жители Севастополя, которые попросили нас организовать сбор подписей под обращением к губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову и к депутатам законодательного собрания с тем, чтобы возобновить реконструкцию Матросского бульвара и позволить благотворительному фонду 35-я береговая батарея продолжить выполнять реконструкцию, которую сейчас правительством запрещается выполнять. Восстановление Матросского бульвара необходимо городу. В этом нет никакого сомнения. Уверены, что недопустимо прекращать работы по надуманным причинам. Тем более, что происходящее на Матросском бульваре не составляло для правительства Севастополя никакой тайны. Считаем слова заместителя губернатора Ильи Пономарева о том, что какая-то организация ведет там какие-то работы, образцом цинизма, а публичное поливание грязью Алексея Чалова – верхом неприличия. Требуем от правительства Севастополя снятия запрета на проведение работ на Матросском бульваре. От депутатов законодательного собрания выражение недоверия губернатору в том случае, если мнение севастопольцев не будет услышано. Подпись под таким обращением к губернатору Севастополя и депутатам может оставить любой неравнодушный житель города. Сбор подписей начался утром 30 ноября. За первый час 30 человек уже пришли и оставили свои подписи. Ну, я думаю, активность на самом деле высокая. То есть у нас дверь не закрывается в редакцию. Люди идут. И я думаю, что и на выходных будут приходить, потому что спрашивали, можно ли приходить. Многие работают. И мы думаем, что активность будет высокая.